еще и наша страна, потому что, оказывается... Ебать, я поехал. Блядь, сука! Ебаные придурки, блядь! Мы попали в аварию, Наташа. Ему в ответом дома гости 5,6-секундное сопротивление. Гости. Блять! На телеране видно. Ну да, бывает. Блять, сука! Пидорас, ебаный, блять! Сука! Ебаный в рот, блядь! Ёб твою мать, блядь! Мудак, нахуй!
Контроль скорости 60 километров в час. Заканчивается программа утилизации. Маме подарок купить?
стой, тормози, тормози. Блять, сука, вот мы вот тебе Бог сказал, блядь. Большой пидорский блёд. Ой, counters and two admin desks. Oh my god! Meu Deus! Блять, пидор, блять.
Катечка? Я здесь. Давай убьем пока ее не стало. Ебаный урод, блядь. Также ранения получили двое правоохранителей. На месте происшествия... Курва ебана! Зелено забрать. Это куда я? Чем ебанулся? Это куда я вас сейчас подвозил? Я перез. Блять. Козёл. Ай, ой, ой, ой. Идиот.
у них обои стоят с этими разными зверюшками же. Это тоже ударов. Жень, какой ты молодец. Ни хера, эти тоже. Пиздец. Ёб твою мать. Охренеть. Ебануться. Блять, живы все ноги, руки, блять. С 6 на 18. Ну, с 18. Твою дивизию, блять. Это бывает все. А, жизнь! Шаг, что ж ты делаешь, а? Кстати, о культуре. В этот день, 1868 года, родился художник Николай Богданов Бельский. Свои двое... Вот это все новости за Украину. Ни хрена твою мать! Блять, скорую 0303? Да, извиняюсь. Недоразумение. Сейчас ты у меня попляшешь. Блять, да, сука. Вот ты что ты сделаешь? Тебя спасай. Ёб твою мать, нихуя!
Ёбаный сука, блять, а! Никто этого не делает. Вот это несчастный город, в котором разбитый асфальт и вот такие ужасные цветовые. Все время абонент. Ой, мама, Юра, Юра. А что это такое было? Понял. А? Так, долёт, что ли? Пришел банк снять крупную сумму, а тебе говорят, денег нет, зайдите попозже. Эти сроки будут переноситься и переноситься. Наташа. Спасибо. Геннадий Горячев, наш парламентский корреспондент. Ух ты, блядь! Стоять нахуй! Ебать, колотить нахуй! Ух ты, ебать! Мы сделали еще одно на том же неподействие. Потом уже делать было нельзя. Короче, тут нарезали 90 дней, потом зашивали 90 дней, потом я потерял сознание. Никогда в жизни больше не буду рожать.
on Saturday and one on Sunday. It's not yet known what led to the death, but at the same rave last year, two college students died of drug overdose. Yes, you're right. Оо! Нихуя себе, да? Мусор? Пошел на обгон и передумал. Мистер, бля, он тебя сделал, прикинь? А? Он тебя наебал. Да, ну нахуй! Yeah.